Друзья, привет! Сегодня для вас быстрый рецепт герой лагмана. Что нам для этого понадобится, я вам сейчас все расскажу. Болгарский перец. Ну, конечно, в оригинале лучше взять полугорький перец, потому что он готовится в разы быстрее. Конечно же, это пекинская капуста. Говядина, замаринованная в белковом маринаде. Кто не успел посмотреть видео, ссылочка будет сверху. Переходите, смотрите, как замариновать говядину на лагман. Репчатый лук, имбирь, чеснок, соль, сахар, лапиза, малаю, это масло сычанского перца, темный соевый соус, ну и, конечно же, сирка, пшеничный уксус. В принципе, все, друзья, это все специи, которые я использую для герой лагмана. Друзья, если вам понравился ролик, обязательно поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. С вами был я, Ильзат Малик. Увидимся в новом выпуске.